Всем привет! Меня зовут Светлана Никитчук, и вы на моем YouTube-канале. Уже более 3000 девушек, женщин и мужчин прошли мой авторский курс «Ешь, учись, худей». И сегодня у нас будет интервью еще с одной моей выпускницей, которая прошла у меня курс в 2018 году. Уже больше года, как она выпускница моя, удержала вес и изменила свою жизнь просто кардинально. И сегодня она поделится своей историей. А для того, чтобы понять, как проходит курс и насколько он вам подходит, вы можете подать заявку на первую бесплатную неделю курса, написав мне WhatsApp. Мой номер телефона будет в описании под этим видео. Ну, идем смотреть интервью. Светик, привет! Привет, привет! У нас сегодня будет такое интервью. Имею честь вот взять у тебя интервью и немножко расскажу тем, кто нас сейчас смотрит. Это одна из моих выпускниц, с которой мы уже очень давно дружим, уже, можно сказать, года полтора так точно, да? Вот, с отличным результатом. Мы хоть и находимся очень далеко друг от друга, но всегда очень рады пообщаться, переписываться. Вот. И Света согласилась поделиться своей историей, как она проходила у меня курс полтора года назад, и сейчас вот шикарно просто выглядит. Да. Вот. Как ей все это далось. Вот. В общем, Светик, будешь сегодня делиться. Расскажи, откуда ты? Я из Магадана. Мне 51 год. И несмотря на свой возраст, в общем, история моя такая. К 50-летию я решила привести себя в порядок. У меня день рождения 1 марта. Я подписалась на диетолога. Ну и, в общем, у меня получилось скинуть 6 килограмм. На тот момент было где-то 78. 50 лет я это скинула. Это стартовый вес? Или это ты уже похудела до 78? Нет, это я уже до 78 похудела. Ага. То есть у меня вообще самый такой критичный вес был 92, это вот самый такой большой, потом 88, ну, в общем, плавала туда-сюда. И вот я встречаю 50 лет, юбилей, и все. Что делать дальше, вообще непонятно. Едем в отпуск всей семьей. Муж отдохнул, возвращается в Магадан, сыну 15 лет, ему со мной скучно, я его решила повезти в Крым к его хоккеистам. Mm-hmm. Ну и все, я его там, значит, отдала тренеру, он с ними тренируется, кушает, все. Я 5 дней отдыхаю, купаюсь, езжу на велосипедах, исходила все раскопки, и все, мне скучно. Естественно, моим лучшим другом становится телефон Инстаграм. Ну, за Светой так в течение полугода почитывала страничку, и тут вдруг объявляется бесплатная неделя. Ну, сами понимаете. Тогда, кстати, это был первый раз. Это был первый вообще раз, когда я вот попробовала сделать бесплатную неделю. Думаю, ну, посмотрим, как сработает. Да. Ну, на бесплатное повелась, честно сказать. Думаю, делать нечего. Ну, займусь. Тем более к 78 мне прилипло уже 4 обратно, 4,5. Слушай, а как тот... ты вот снижала вес до 78? Вот эти 6 килограмм, как ты снижала их? У меня, я участвовала в 21 день марафон, и там было питание расписано, там очень много надо было трав пить. Там надо было каждый день какие-то ванны принимать, какие-то скрабы, что-то соль. Ну, в общем, это было так хлопотно, это было ужасно. Да, ну, в общем, короче говоря, я поняла, что дальше я не смогу так. Это, ну, это нереально. Угу. Нет, надо что-то. Я всю жизнь вообще искала такое питание, чтобы можно было есть все и стройнеть. Ну вот как-то так. Угу. Ну, в общем, короче. Оказавшись, можно сказать, на краю земли, буквально в полевых условиях, у меня всегда с собой сантиметровая лента, потому что, ну, я еще шить люблю, поэтому, ну, вот как-то вот всегда. Ну, и когда Света объявила, значит, бесплатную неделю, я ей написала, что у меня весов нет, ни кухонных, ни напольных, у меня есть только сантиметровая лента и блокнот. Ну, договорились, что это ничего страшного, начинаем. Но я же не могу, мне надо
быстрее где-то что-то. И вот, значит, в 8 утра начинала свою работу девушка, которая торговала арбузами и овощами. Ну, и я попросилась к ней, можно ли я буду ходить каждый день утром взвешиваться. Она сказала, не вопрос. Да, потому что у нас просто на курсе, сейчас, может быть, не все поймут, у нас обязательное условие, во-первых, ну, сам момент подготовки очень важен, да, что действительно нам нужны настольные весы, потому что мы будем готовить и взвешивать. Ну, как без этого? Нам нужны напольные весы, чтобы мы взвешивались и видели уже результаты. Тем более, там с первых дней уже активной работы уже начинаются отвесы. И когда мы не знаем, с какой точки мы оттолкнулись, ну, грустно потом, вот. И я вот настолько была поражена, когда Светлана присылала свой вес, и притом она говорила, что я в отпуске, она говорит, я взвешиваюсь на рынке, там, где арбузы продают. Для меня это просто, это единственный вот такой случай, когда я впервые вот с таким столкнулась, с такой сильной, ну, не знаю, мотивацией или целеустремленностью, или то и другое вместе. Просто понимаешь, тут как бы все срослось. 50 лет наступило, юбилей встретил, дальше мотивации нет. А к чему дальше вроде как стремиться? Но тут-то в приоритете уже немножко здоровье. Ну, даже не немножко, а вообще там ножка уже здоровье, уже колени где-то там надламываются. А потом то, что я с таким усилием 6 килограмм сбросила, и ко мне уже 4,5 прилипло. Ну, в общем, на 16 июля, когда вот мы с тобой затеяли это все дело, великое. У меня было 82 600. То есть вот это мой стартовый вес был на 16 июля. Я пошла на... А, я еще вот хочу сказать о чем. Когда Света дала задание SMART, и надо было в блокноте расписать цели, ну, в общем, все, для чего надо. Вы не представляете, вот здесь, конечно, такая психология, я изнутри... Я когда это все писала, я просто сидела и плакала изнутри, из детства. Ты знала об этом, что где-то когда-то, занимаясь волейболом, тебя на неделю там за двойку лишили тренировок, а у тебя контрольное взвешивание, и ты пришла и весила больше всех девочек, и к тебе прилипает кличка «Кабанчик», ну... Тогда это был вот удар просто ниже пояс. Я это все понимала, тем более я вроде как училась на психолога, но оно сидело настолько глубоко. И вот когда я SMART писала, и вот это я вылила все на бумагу, вот оно вышло из меня, я как бы раскрылась. Я смогла простить и отпустить вот эту ситуацию внутри себя. Я думаю, тут все вот сложилось. Желание, что вот, чтобы вес не возвращался, быть здоровой, мобильной. У меня младшему сыну только 16 лет. Я хочу быть примером ему. Я тяну за собой супруга. Я хочу быть примером старшим детям. Но здесь много всего. И понимаешь, сложилось все. Твой бесплатный марафон. Моя скукотень на этом море. Да. Мое дикое желание, да, вот я просто психанула, я реально говорю, меня когда спрашивают, как, что, я говорю, да психаните, вот просто, да почему все могут, а я не могу. И вот оно, знаешь, все... мне кажется, здесь вот больше всего это было твое желание, потому что для кого-то, там, я еду в отпуск, ну вы что, это как у меня получится, это первая отмазка будет. А вот в своем случае наоборот получилось, что это даже не было причиной, то есть ты сейчас даже наоборот находишь в этом плюс, то есть мне нечего было делать, я была свободна, я могла этим заняться, вот, поэтому здесь, конечно, огромная мотивация, просто огромная. И вот просто немножечко уточню для тех, кто сейчас не понимает, о чем речь, да, в SMART, первая неделя курса, она выстроена таким образом, потому что мы готовимся физически, да, это вот там купим весы, там, ну, как бы подготовимся, да, все инструменты, и мы готовимся психологически, потому что снижение веса – это достаточно такой длительный путь, когда, ну, у кого-то это 5 килограмм, понятно, там, месяц работы, да, и, ну, и все, и дальше только закрепляя привычки, а у кого-то это большой путь, то есть у нас есть уже много участниц, которые прошли этот путь полгода, год, полтора года, кто-то идет два года, потому что цель большая, и вот чтобы этой мотивации хватило на весь путь, чтобы
чтобы не пасть духом, и чтобы руки не опустились, нужно найти именно истинную глубокую мотивацию. А это помогает правильная постановка цели. Есть очень много разных схем, но мы работаем больше всего со системой SMART. Вот об этом Света и говорит, что когда начала, да, прописывать свои цели, она поняла еще большую важность, да, не только то, что там сейчас вот там 50 лет и все, вот, а поняла, что на самом деле это очень важно, да, и там и здоровье, и самоощущение, и быть примером близким, и там подтягивать семью, да, к этому же питанию. То есть действительно вот такая вот постановка цели очень сильно помогает прям пропитаться этим желанием, чтобы это не было просто вот таким вот внешним каким-то временным таким, как сказать, знаете, как огонек, да, зажгли со стороны, ну и потом посмотрел, а потом уже и передумал. Вот чтобы не перегореть, нужно правильно поставить цели. Вот об этом как раз Света и говорит. Вот. Ну, мне кажется, что больше всего здесь мотивация и сработала. Это точно. Психанула так психанула по полной. Да. Ну и все, значит, через 5 дней, когда мы уже вернулись домой, я, конечно, была вооружена уже и весами настольными, и напольными, и все-все-все. Это был 7-й курс, и вес у меня встал. Вот все, неделю стоит, просто ничего невозможно. Ну и Света говорит, хорошо, я была на индивидуальном сопровождении, говорит, давай толканем. Толкнули, она мне специальное меню там волшебное прислала. Мне ну, безумно, у нас есть разные такие системки для этого. Да. И все, и потихоньку, и медленно все пошло. Почему мне нравилось, что шло все медленно? Потому что я очень переживала, честно сказать, за лицо. Потому что возраст такой, что, конечно, с лицом надо что-то делать, не хочется, чтобы оно вот так упало. Ну да, правильно, потому что первое, что уходит вода, и сразу же это очень сильно видно у многих на лице, если похудение будет очень резким. Вот, поэтому, конечно, мне нравилось, что это все медленно, и меня настолько это все захватило, что я пошла сразу на 8-й курс. Да, я помню прям 2 подряд. Да, чтобы не опоздать, еще и 8-й, чтобы все четко. И я поняла, что это вот именно то питание, где, да, я могу все кушать. Тут и хлеб, собственно, присутствует, и каши мои любимые. Утром без каши это вообще, это не мой завтрак. Мне очень все понравилось. И, естественно, Светик, когда а что тебе далось вот тяжело? Вот что тебе далось тяжело? Вот что было прям тяжко шло? Вот, знаешь, было тяжело сначала выдерживать режим, да, вот чувство кусотничества, ты захочешь на кухню, и это на подсознание, надо что-нибудь положить в рот, ну вот, хоть на кухню вообще не заходи, смотришь на часы, ну рановато еще в рот что-то класть, поэтому вот режим, но потом, когда уже месяц, другой, третий, настолько закрепилось, что теперь вот я уже приехала, вышла на работу, а у меня 10 часов рабочий день, я работаю с людьми, и мне все равно очередь 40 человек или 20, я четко определила 12-16, я встаю, технический перерыв, я ухожу и кушаю. То есть война войной, работа работой. У меня это настолько по расписанию, и, конечно, на работе сотрудницы встретили все очень по-разному. Девчонки все мои близкие знали, что я вообще встала на путь стройнения. А кто не знал, все сначала с опаской. Здорова ли я? Ну, сейчас в современном мире. Ну, вроде как смотрят, все нормально, щечки розовые, все хорошо. Ну, и потом уже через полгода начали так. Зайдут, допустим, в нашу столовую, чайник включат и говорят, ну, делись, какую таблетку волшебную выпила. Я говорю, не поверите, просто ем. И они особенно, когда видят этот овсяный блин, немыслимых размеров, да еще там напичкан какими-нибудь помидорами, салатами, творожным сыром, все не верили, что такое-то возможно. Девчонки мои близкие, конечно, деликатно сначала промолчали, потом через какое-то время к Новому году сказали, что ну да, Светлана Борисовна, вот лицо, там где-то брыльки, где-то шея. Я говорю, девочки, над всем работается, есть прекрасный фейс-фитнес, не менее достойные девчата, которые помогают, обучают.
Ну, в общем, все в твоих руках. Ну, сколько, конечно, ушло у нас с тобой за первую неделю? Ой, за первый курс. За первый курс сколько у нас ушло? За первый курс у нас с тобой ушло, сейчас я тебе скажу, тогда ушло 5,5, потом было поменьше, 8-й курс было поменьше. Ну да, потому что это уже был, считай, да. Он был там уже на третьем месяце, да, снижения веса у тебя. Да, там где-то было 3,200, 3,300, вот за 8-й курс, так уже было. То есть примерно вот. За 2 курса у нас практически сколько? 8,5, ну, около 9, да, килограмм. Да, около 9 килограмм. Да. Потом все намного медленнее шло. Сейчас вообще я могу сказать, что за месяц может и 600 кило уйти, и 800. Какой вес сейчас у тебя? Вот сейчас у меня 64. Я хочу всем сказать, девочки, смотрите, вот сначала ставила себе 75, я когда-то весила 75, я себе безумно нравилась, я чувствовала себя комфортно, и думаю, в принципе, в моем возрасте 75 – это замечательный вес, все хорошо. Но вкус-то приходит во время еды, думаю… Да, когда ты прям понимаешь, что у тебя получается, да, получается. Да, да. И тут я думаю, не, ну 70, нормально, 70 вообще, а тем более Дина, которая наша Дина с Лос-Анджелеса, она моего роста… И она говорит, я там 57, а я такая думаю, а я при 165, тут 75, в смысле, мне 70 надо иметь. А это, кстати, вот срабатывает вот то самое, именно тот самый чат, да, когда у нас есть связь вот не только с каждым участником отдельно у меня, а есть еще вот общий чат, где весь курс общается, вот они меняются, обмениваются опытом, результатами, друг друга подстегивают. Вот Светик бы и остановилась бы на 75 килограммах, если бы не Дина из Америки. Кстати, Дина у нас тоже скоро будет интервью. Вот, класс. Нет, надо еще, надо 70. И, конечно, тут раз 70 у меня уже, думаю, ну, ладно. Чуть-чуть и 69. Еще, ну, первая цифра 60, ну, все, вот сейчас 68. Все девчонки такие, да ладно, уже там хватит. Ну, не, вот все, 65, ну, просто ровная, красивая цифра 65. А тут уже 64,5. Поэтому я понимаю, что может быть, и 63 уже, ну, в общем, вот. Итого получилось у нас вот сейчас 64, а начинали с 80. В общем, я посчитала порядка около 18 килограмм. 18 килограмм. Чисто, да, 18 килограмм – это чисто с тобой. Вот, а так вообще, конечно, если отталкиваться от 88, когда я в октябре 17 года там что-то самостоятельно начинала, и причем я в тот фитнес-клуб, в который в Магадане хожу, там девочка у нас фитнес-инструктор, она тоже отучилась на нутрициолога, но это были первые ее шаги, и она, когда я приходила к ней с блокнотом, КБЖУ, белки, жиры просчитывать, думаю, боже мой, какой ужас, какой это темный лес, мне этого никогда не понять. Она как будто со мной на иностранном языке разговаривала. Сейчас это все легко и запросто, я уже несколько раз сидела на интуитивном питании, безусловно, я люблю всякие марафоны, я попробовала практически все твои питания, и палео, и кето обожаю, все его обожают, кето, вот, и средиземноморское, ну, конечно, вот самое комфортное средиземноморское, тоже стараюсь больше сейчас рыбы кушать, и вот сейчас, находясь в санатории, в основном предлагаются на выбор, если есть рыба, я всегда рыбу беру. Мне это нравится, мне очень нравится это все. Составить свой рацион на день для тебя вот составляет какой-то большой труд? Или это как это сложно для тебя? Вот ты сейчас придерживаешься каких-то, ну, скажем, правил в питании? Или ты, допустим, ну, если не в санатории, да, если ты дома, ты взвешиваешь там, да, или ты уже кушаешь вот просто вот интуитивно? Вот какое сейчас твое питание? Сейчас я, конечно, уже не взвешиваю, потому что на глаз я знаю, сколько это ложек крупы в готовом виде, сколько это примерно мяса, но основные правила, от которых я стараюсь не отходить, ну, нет, я не отхожу, это питьевой режим, но я с питьевым режимом, наверное, с 2011 года я приучила себя пить. Я много пью.
И основные правила – это после 4 я не ем фрукты, молочку. Это вот просто табу. Это мясо, овощи, какие-то некрахмалистые. Это вот как «Отче наш», это аксиома. Этого я придерживаюсь. И, естественно, на следующий, допустим, следующий день или когда-то я уже так открыла холодильник, ага, у меня там есть яйца, а в обед я там могу, допустим, рыбу с кашей поесть, а тут у меня какой-то суп. То есть оно уже как-то вот по полочкам так. И самое интересное, я когда вернулась из отпуска, я же, мне не интересно было выготавливать семье отдельно, себе отдельно. Естественно, я это все готовила. Но по первости я это рассчитывала, сколько белка, сколько там надо углеводов. Mm-hmm. И вот таким образом я готовила плов, там, допустим, рассчитала там на 8 порций, раз и приготовила. И никто, ни сын, ни муж, не подозревая ни о чем, все ели. Что мы они сидят на диете. Месяца через 3 мы там собираемся, новогодние праздники, и друзья мужу говорят: «Санек, ты так тоже постройнел». Он даже и не подозревал, в чем участвует. Да, в чем подвох. Ну, в общем, семья тоже моя ест практически правильно. Единственное, сын у меня... А, я, естественно, мы не едим колбасы, если нам нужны какие-то бутерброды. Я делаю буженину, сама мясо запекаю, пожалуйста. Я и муж, мы не едим сахар. Ну, муж еще может конфетку иногда или мед. Сын пока сахар употребляет. Ну, тут насилия быть не может никакого, 100%. Это все в голове. Да, поэтому он к этому придет, я думаю, мы своим примером. В принципе, мне живется очень легко и хорошо, и если я хочу попробовать необыкновенно вкусного мороженого, я его найду, попробую, как это я сейчас делала в Москве, ни о чем не жалею. В принципе, иду дальше. Светик, мне... вот сейчас у тебя жизнь, знаешь, многие боятся, просто хочу, чтобы ты сказала, как это у тебя. Многие боятся, что, ну, похудеть, понятно, да, надо взять себя в руки, под контроль, там, все взвешивать, там, придерживаться рациона. Но пугает перспектива. Неужели мне всю жизнь придется жить в этих запретах, где тебе вот там нельзя сладкое, где тебе там нельзя там сойти, там, ну, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Вот, ну, есть ли у тебя вот это сейчас в твоей жизни? То есть чувствуешь ли ты себя человеком, который в чем-то ограничен, который что-то недополучает? Нет, нет. Я сначала тоже думаю, ну как же я вот буду всю жизнь взвешивать, это ж, ну, так хлопотно. Но потом, когда ты чем больше погружаешься в это питание, у тебя полностью идет перезагрузка, переосмысление. И ты понимаешь, что в принципе-то ты можешь все есть. Пожалуйста, хочешь ты съесть кусочек сала, скушай кусочек сала. Запретов-то нет никаких. Но ты можешь себе позволить, но ты знаешь, что с этим дальше делать. Если ты не улетаешь, вот я точно знаю, что я теперь, если съем кусок торта на работе, я не буду афишировать. Я сразу скажу, вот девочки молодцы, кто умели, допустим, приходили в гости на день рождения кому-то. Если они приходили в гости к кому-то, говорят, я там со своими контейнерами. Мне всегда неловко было, мне всегда неловко было ставить людей в такое положение, что вот я со своим контейнером, нет, я приду, я буду кушать спокойно. Я просто осознанно себе в тарелку уже положу того, того, того. И никого не напрягая, я буду кушать те же салаты, там, винегрет, не знаю. Дальше я буду питаться так, как я. И если мне уж совсем хочется съесть этот кусок хлеба, боже мой, я его съем до обеда или в обед, не вопрос. Но чем дальше ты погружаешься в это правильное, сбалансированное питание, тем меньше у тебя вот этих желаний. Просто не хочется, правда, не хочется. Я никогда не забуду, когда вот в конце 7 курса, ты нам в конце, самая последняя неделя, ты всегда позволяешь читмил. Да. И вот шла, значит, в
кофейню, где там пирожное, вот стою перед этой витриной, все такое красивое, думаю, ну что, ну возьму свое любимое заварное. Но оно правда невкусно. Оно правда невкусно, и ты не получаешь удовольствия. Ты начинаешь... А это изменение пищевых привычек. Да, да. Начинаешь получать удовольствие и кайфовать совершенно от другого. Настолько меняется, действительно, ты вкус продуктов чувствуешь, у тебя вкус мяса ты чувствуешь по-другому. Мне сейчас это настолько нравится, и думаю, теперь вот 50 лет я так прожила, а вот теперь 50 лет я в совсем 100%. Другом. Это так кайфово, причем у меня девчонки заражаются на работе, Санек. Наша беленькая, она у тебя на курсе не была, но она участвовала в нескольких марафонах. И да, она, да, у нее улетело эти 12 килограмм, и с ней в баню ходим. И вот, ну реально крылья, сзади крылья. Вот прям, знаешь, что хотела тебя спросить, вот как изменилась твоя жизнь, когда ты сбросила, вот, ну, если вспомнить там свою жизнь плюс 18 и жизнь минус 18, да. Вот насколько она изменилась? Настолько вырастает самооценка, что я честно скажу, допустим, я вот в МФЦ работаю 7 лет, я понимаю, что я хочу что-то большего. И я смогла прийти к руководителю и сказать, я хочу карьерного роста. Вот просто так. Она говорит, хорошо, езжай в отпуск, будем думать. Ты сам у себя в глазах вырастаешь. Ты настолько уверен, у меня даже муж... заметил, говорит, какая-то стала другая. Я говорю, какая? Он говорит, не знаю, смелая. Я говорю, ну я вроде трусихой не была никогда. Mm-hmm. Он говорит, ну все равно. Ну ты реально, у тебя голова выше подбородок делается, ты плечи как-то раскрываешь. Ты заходишь в магазин, и когда тебе дают мерить размер М-ку, и говорят, нет, ну с вашей фигурой, конечно, это можно. Слышала этих слов. С моей фигурой это можно позволить. Гардероб, конечно, ну, это супер, это супер. И вот сейчас, находясь в санатории, познакомилась тоже здесь с одной отдыхающей, тоже зовут Светлана Борисовна, она из Перми. И мы с ней разговорились, и мы ездили в бассейн вместе. И она настолько заинтересовалась, я хочу сказать, у тебя вскоре появится потенциальный еще один клиент. Жду. Жду Светлану Борисовну. Да. Класс. Вот. Светик, поэтому это круто. Качество жизни ровно на 180 поменялось. Мне это очень нравится. Я настолько сейчас живу в гармонии со своим телом и душой. Просто фантастика. Это здорово. Светик, что бы ты пожелала вот сейчас нашим зрителям, которые будут нас смотреть? Я знаю, что нас посмотрят все наши, твои сокурсницы, да, понятно, здесь пожелать только одно, да, идти дальше к своей цели, а вот тем, кто только планирует начать свой путь, ну вот, как ты говоришь, путь построения, да, вот тем, кто только планирует, тем, кто думает, вот что бы ты им пожелала? Я пожелала бы не оглядываться ни на какие свои, может быть, болезни, потому что у меня тоже когда-то удалили щитовидку, я была уверена в том, что гормоны пожизненно – это все мое. Нет, нет ни одной болезни, которая будет препятствовать здоровому образу жизни. И когда человек питается правильно, минимум какой-то физкультуры, не надо с головой. Я вот сейчас хожу на ЛФК, вполне достаточно и хорошо. И качество жизни изменится не только у самого человека, кто вот встанет на этот путь, но и окружение тоже изменится. Даже ради детей, ради внуков, ради себя, любимой. Полюбить себя не в том качестве, как раньше говорили, вот эгоистично. Нет, полюбить себя ради своих близких. И вот я хочу, чтобы люди поверили в себя, не сомневались, у каждого получится. Вот просто у каждого. Надо просто психануть на себя. Класс.
Спасибо тебе большое. Вообще, я очень рада просто этому интервью, очень рада этой работе. Вот, и ну что, хочется пожелать всем просто психоните по полной и начинайте действовать. Вот, главное это не откладывать в дальний ящик. Спасибо большое, Светик. Спасибо тебе, Светик. Безгранично люблю и уважаю. Я тебя.